нас организация называется «Милосердие», да? Это волонтерское движение Нижегородской епархии. Мы помогаем, как говорится, многодетным всем, малоимущим, малообеспеченным. Вообще людям, попавшим в трудную жизнь ситуации, в частности инвалиды в первую очередь тоже помогаем. Вот в данный момент у нас здесь находятся вот дети из многодетных семей, вот ветераны спорта, ветераны, как говорится, боевых действий. Вот здесь инвалид у нас, и мама одинокой семьи. Здесь все рады. Большое спасибо хоккейному клубу «Торпедо», что он нам представляет возможность воочию увидеть действительно это. Мне очень нравится смотреть, как играет нижегородская «Торпедо». Голы у них красивые. Вратарь великолепные сейвы делает. Есть у тебя любимые игроки? Кто? У меня любимый игрок в команде Картер Эштон. Очень увлекаемся спортом. Хоккей – наш любимый вид спорта. Сами заливаем каток, играем в хоккей. Чемпионы Воскресенского района. Ну, нам всем помогли, вы помогли, спасибо. И мы приехали поболеть за «Торпедо». Встреча упорно складывается пока. Да, очень упорная борьба. Здорово играет соперник, цепко, самоотверженно. Ну и наши давят, конечно, но никак не могут пока забить. Первый раз я на хоккее. Мне очень нравятся эмоции. Не то, что по телевизору. Итак, первым победителем становится Александр. Его номер заканчивается на 1566. Победитель номер 2 – Игорь. Номер заканчивается на 0278. И третьим победителем становится Мальвина. Номер 0752. Итак, судьба уже распорядилась. Показываем. Алексей Цыпленков. Много моментов, ключевые моменты, ключевое, скажем так, да, когда нужно ключевые моменты забивать, не забить.
хотел бы поблагодарить настоящих болельщиков, которые первый раз у нас, скажем так, до конца так подбадривали команду. Я вообще благодарен вообще команде «Торпедо», тренерам, организаторам такой благотворительной акции. Это очень прекрасно, помогать больным детям. Я думаю, что в дальнейшем нужно продолжать эту добрую и хорошую традицию. Команда наша борется всегда, она всегда играет только на победу. Да, сегодня не получилось, немного не хватило. Но вы знаете, постоянно выигрывать команда тоже не может. Вот. У любой команды бывают спады и падения. Думаю, в субботу мы возьмем свое.